Друзья, открыл только машину, взять телефон и смотрите. Какой-то кот забрался и уже чувствует себя как дом. Васька, ты что, куда залез? Он хочет поводить машину, поучиться. А ну сейчас. Да блин, вообще нагло, то есть вообще только открыл дверь, он туда уже заскочил. Нифига не спрашивал ничего, как будто бы это его собственность. Видите, коты какие умные. Он уже шерсти накидал и грязи на сиденье. Что, понравилось тебе, в машине будешь жить теперь? Смотри, как осваивается легко, да? Ага, говорит, теперь у меня сейчас больше. Сейчас кофейку попьет. Правильно. И за руль. Нет? А, спать пойдет. А, еще делать. Сзади все не обнюхал. Да, багажник большой. Интересно. Все, друзья, только завершили разгрузку. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Макс, ну что новое показывает? Ну вот, гипсокартон, я сейчас накрыл. Он ластойки, ну зачем? Дождь. Не, ну конечно, да. Дерево ему пофиг, окно. Дерево, окно. И вот смотри, куда это дерево, вот это самые большие блоки. Смотрите, сколько Макс накопал. Вот я здесь планирую сюда вот положить, смотри же. Куда? Вот я начал уже вкапывать. И сюда этот блок, и у меня будет держать мою стену как бы. Ну, то есть видите, он серьезно устроит конструкцию. То есть вот тут, видите, он уже такие бетонные залил. Обсыпается. А, обсыпается. И вот эти он бетонные залил, и у тебя вот здесь будет помост, прямо из выход отсюда будет. Вот, да, видите? Выход на балкончик такой, патио. Здесь будем мы сидеть. А, короче, я понял. Он строит такой, типа, помоста, да, а под ним будет хранилище, да, для каяков. Склад для вещей, опять-таки. А здесь уже будет такой туда балкон, еще на несколько фитов, на метр где-то. А, ну то есть ты куст будешь отрезать? Не, я его, может быть, немножко подровняю, а он нужен. Не, хорошо. Нафиг он нужен. Не, ну он типа защищает. Конечно, все правильно. То есть это будет, видите, как бы придаток такой, как расширение трейлера, правильно? Ну, как мы уже говорили, оно, наверное, слишком близко тоже не. А, ну у тебя будет и навес еще, да? Ну, над да. этим. Ай. Над этим и навес будет, правильно, сверху? Ну, да, такая же самая будет. Высота крыши как трейлер. Ну то есть здесь будет как бы площадка для пикника, а да. над ней будет крыша. А тут что, лестница будет или как? Нет, вход же с дома будет. А что, на улицу нельзя будет с него спуститься? Ну пока некуда. А. Так а зачем на улицу спускаться? Вот а вся... как ты вокруг него будешь ходить? Ну вот снаружи, вот так вот. Ну, а то есть там не будет а прохода. А там не надо ходить, да. Там будет все. Ну, то есть, видите, я что Максу и говорю, что главное, чтобы не предъявили пожарные, потому что у них здесь все строго, и везде должен быть пожарный проход. Они скажут за трейлером не пройти, если пожар будет. И скажут все сносить. Ну, вот как у меня и было. Но я не знаю. Может, это и не случится никогда, но я ему просто говорю, чтобы на чеку был. Ну, возможно, здесь придется наступить 3 фита. Так а для чего вот эта вот конструкция, я не понял? Это то, что будет землю. Пол держать? Да, оно будет землю держать. А пол будет или ты просто забетонируешь? Не, пол будет такой, он земля будет. И... А, просто земляной. Ну, и клеенка. Так нельзя же бетонировать ничего. Как нельзя? Ну, это ж арендованная земля. Можно, по-моему. Бетоном заливать. А видел, эти сегодня продаются, такие же, как гипсокартон, только бетонные листы. Можно их положить. Не, ну то, что можно... Они как гипсокартон по 12 положить баксов, по-моему. Можно, да-да. Для штук 6 таких кинуть. Так вот я говорю, что вот здесь. А, хотя они, по-моему, для стен, они не для пола. 3 фита, да, Женя, здесь? То есть, блин, ну, как-то оно вообще все уйдет туда, в обрыв. Весь балкон будет туда. Не знаю, по барабану. Конечно, строй, просто жалко, если потом все сносить как. Ну, надеюсь, что нет. Потому что... Просто, ну, я вам уже рассказывал, сейчас раньше никто не парился, а сейчас как город разрастается, все дорожает, они сейчас начинают, конечно, комиссии, херисии, то есть, вот. Да. Так а зачем ты нарыл вот эти вот там, землю нарыл? Да это же я сторож делаю тоже. А, ну то есть Макс делает глубже, вырывает землю, чтобы строить там это хранилище. Да.
Да. Слушай, ну это крутая идея. Не, так я уже, сука, выровнял. Насколько... Но тебе надо, блин... Вот, вот так была земля. Но я тебе надо тогда там страивать какие-то стены, потому что оно нахер же все потом замоет, когда дожди пойдут. Нет, я по-любому буду. И еще потом и трейлер в эту яму свалится. Не, не свалится. Он уже, кстати, сосед сказал, что эти старые трейлеры никто не будет перевозить никогда, так что... Естественно, а куда ты их перевозить будешь? Максимально. Тогда же и мой никто уже никуда не перевезет. Два колеса и четыре колеса. Колеса? Да. Да, куда ты их денешь? Не, ну вообще снять, чтобы он не поехал. Он тогда, если даже упадет, он просто станет. Ну да, снимай. На ободах этих, на дисках металлических. Ну короче, все, друзья, вот видите, я вам в самом начале, вот кто помнит это видео, когда мы приехали этот трейлер только смотреть, он говнище был. А сейчас уже видите, какой оазис. И, не качество жизни топ, да, вот изменилось сильно по сравнению с тем, как снимать какой-то голимый клоповник. Ну, когда у тебя есть свой собственный трейлер, теперь хранилище, теперь будет зона для пикников. Ну вот это окно как раз сюда пойдет. Вот здесь будут такие офигенские окна. Вот сейчас я уже воду провел на днях, можешь посмотреть. И внутри будет супер, да, вот когда ты гипсокартон поставишь? Здесь я это все ландшафт сделал. Ландшафтный дизайн, окно, друзья. Окно заменил, Женя, вот это новое абсолютно. Ты видишь, как я сделал? Я просто подрезал. Ну правильно, сверху, да. Туда зашло оно все. То есть посмотрите, новое окно и всего-то мы что-то дешево, да, тогда когда-то брали эти окна? За, да, да. Типа со скидкой они были? Да, там 30-40% скидка, Васенька. Пропускаем. Вот кухня, короче. Так посмотрите, кухня уже топ вообще. Уже готова. Умывальник на днях стоял. Ты сам покупал или это то, что было? Это мы с тобой брали, помнишь? А, это мойка. Уже покупали. И вот вчера подсоединил воду. Теперь у меня уже вода. Вот. И смотрите, как круто. Какое большое вот, окно. Женя, смотри. Тут готовишь. Могу мыть. И тебе даже не надо свет включать. Все, окно работает четко. Да все, есть свет, есть электричество. И сразу, видите, весь кухонный запах будет в окно вытягиваться. Да, очень, очень удобно. Ну здесь, естественно, потом будет нормальная столешница. Ну это да, все это как пока бы... так. Да, чтобы, говорить. Да, чтобы вот я как-то... снял всю крышу, посмотри, покажи мне. То есть было здесь, вот как там, было бумажное покрытие какое-то, картон. Ага, картон, да. И видишь, пленка, и оно провисать стало. Вот я вот скрыл, здесь вот видно, дерево повело уже. Конечно, оно столько луком, лет прошло. Есть... Здесь видно, что была сырость, потому что вон, видишь, белая. Ну да, протекала крыша. Вот раньше. Это вот, видишь, потоки. Ее уже делали. Как-то. Не, но это нормальное явление, потому что трейлеру миллион лет. Сейчас вот. Свет, Жень, ты, наверное, в темноте не видно. Не, все видно, вот, по-моему. Вот теперь видно. Все, то есть вот эта устаревшая конструкция, этот трейлер... По-моему, 68-го года выпуска. То есть сейчас уже делают по-другому. Слушай, мой даже на 10 лет старее, он на 59. Ну да, мы еще выпускаем ваши. Но у меня тоже крыша когда-то текла. Пока у меня просто уже крыша переделана, уже новая. А у Макса еще все это... Вот там самая жопа, да, была? Вот там какая-то вообще жесть. А там же вытяжка просто, это же была кухня. И вокруг нее, походу, все текло, видите? Да. Ну, короче, это все мелочь, я вам говорю, это все, вот как сейчас коронавирус, Макс не работает, он это все за месяц делает новый трейлер. Потом да уже... не, за месяц я не сделаю, но буду по чуть-чуть делать, по своему возможности. Ну, по крайней мере, сейчас уже видите, буквально несколько дней, сколько прогресса, и новые окна, и уже и потолок снят, и там на улице много прогресса. То есть скоро уже будем смотреть новоселье, да, со всем дизайном. Да я уже и так поселился. Ну, тут и так, в принципе, достаточно комфортно, видите, кровать, аквариум, что еще надо. Вот. Все, Sony. Если кстати, самому жить, это идеальный вариант. А с кем еще? От женщин одно зло, да? Да ну. Нет? Не, ну, кто знает. Ну, Макс, видите, не против. А я ему сказал, я в трейлер больше женщин не пускаю. Ну, да. Ну, короче, что, едем за продуктами, да, тогда? А, я Диме сейчас позвоню. У тебя кот может выходить, да? Да. А, ну да. Так что, я с тобой еду сейчас, да? Ну, сейчас я ему позвоню, узнаю, что он думает. Давай.